Двойную радугу зимой наблюдали в четверг жители города. Нехарактерное для этого времени года природное явление появилось в районе Соколовой горы. Причиной возникновения двойной радуги стала теплая дождливая погода. Температура воздуха достигла плюс 9 градусов, что совершенно не характерно для зимы нашего региона. Радуга продержалась несколько минут, но горожане успели ее запечатлеть. Фотографии с ней буквально взорвали социальные сети. Сотни саратовцев разместили их на своих страничках.